Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 13 декабря. Ночь в Одессе, слава богу, прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. В городе взрывов никаких слышно не было. За область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Ситуация со светом по-прежнему остается очень сложная. Свет так и не включали. Напомню, вчера, за вчерашний целый день, свет включили всего лишь на 2 часа. Ночью, я рассчитывал, что ночью дадут, ночью так свет и не дали. Касательно тревог, по-прежнему обстановка не меняется, то есть когда нет света, особо толком нет интернета, соответственно, оповещение нормально ты не получишь, поэтому очень опасно в эти моменты, когда отключен свет, потому что в моем районе сирена не воет. Вот, и, соответственно, на телефон оповещения не приходят, поэтому ты, по сути, не в курсе, если тревога сейчас, что-то летит или не летит. Вот, уже утром узнаешь, когда подключаешься к какому-то более-менее нормальному интернету или Wi-Fi. Погода в Одессе очень резко испортилась, вчера было солнышко, тепло, уютно, сухо, сегодня идет маленький снежок. Сперва был маленький дождь, теперь идет маленький снежок, вот, туман, влажность, сырость, ну, короче говоря, нелетная погода. Ладно, я на связи, всем мирного неба, как будет обновляться информация, сразу буду сообщать, до встречи в новых видео, пока.